как увеличить яркость Windows. В смысле, как, блядь, через жопу на косяк, ёпта. Еще раз, как увеличить яркость Windows? Как там было показано? Блядь, так я ж туда заходил. Там нет ничего. Ну, по крайней мере, у меня нету. Не знаю. Кликнув на значок шестеренки пуск, нажав. Чего? Я не понял, что от меня хотят. Я что-то не удуплял. Ну, значит, в ЛТСЦ нету. А, ночной свет. Параметры ночного света. Включить. Параметры. Ой, ой, блядь. Ой, что происходит-то нахуй, а? Это типа высокая яркость, а это плохая? Ну, короче, долбоёб. Кривоёбищный, блядь, статью отписал, конченый. Я не знаю. Чё он делает, блядь? Зачем он заходит в схему электропитания? Он чё, ебаклак, нахуй? Я даже читать не буду. А, ну-ка. А где эта вот шляпа? Ну-ка, все параметры. Так оно открывает то же самое. Во-во, вот эта яркость 38. А как мне вот так сделать, как у него? Блин, как мне как у него вот так сделать, а? Да, программа. Блин, но почему он из винды делает? Ну вот видишь, почему он из винды делает, а я нет. Ай, блять, вот бестолочь, сука, вот написала статью, а толку от этой статьи? Опа. А, Windows 10 не работает, Windows 11 только работает. Маймоник. Регулировка яркости монитора. Программа такая. О. Да это просто сталкер обычный скачиваешь, а там можно также регулировать. Выходишь из сталкера, и у тебя монитор получается как вот. Как ты сам настраиваешь его. Программу 600 килобайт надо устанавливать, а ничего. Зачем? Ее прям устанавливать надо, программу 600 килобайт? Да уж. Ну и смысл. Можно было портативную версию сделать. Да, она меняет. А там на стриме видно, не? Что она у меня меняет прям жестко, нахуй. Ой, 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 я весь свечусь. Это что? Это гамма. Там не видно, не? На стриме. Там видно шипящую вебку, которая не раздупляется. Какого-то хуя, я не знаю, блядь, что провод нахуй. Вот что мне с ней сделать? Вот что с этим проводом? Обоссано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шипит, блядь, все нахуй шипит. Она уже охуела в край. Не, охуела. Точно.
В смысле, экран сломался? А, в натуре сломался, кстати. Блять, в натуре сломался-то, сучий потрох. А может, каждый раз он меняется, ёпта. Ладно, сейчас я сделаю светло. Яркость максимальная, 100%. Но он работает, нет, то есть яркость прибавляется или не прибавляется, я ж не могу посмотреть. Ну ладно, давай. Ладно, так, допустим, я сейчас его вообще в ноль сделаю. Посмотрю, что будет. Вот что сломалось, это грёбаная вебка. Может, разрешение поменять? 144p, нахуй. Да, давай, шипи, блядь, 144p. Тут даже пикселей не видно. Тут даже пикселей не видно, вот, блядь, шипит 144p, даже пикселей не видно. Ёпта. Где пиксели? Нет пикселей? Чё ты шипишь-то, блядь, уже прекращай шипеть. Твоих пикселей уже не видно, что ты там шипишь. 480. А, ну тут пиксели видно. Блять, винду что ли перезагрузить, я не знаю. Но она шипит, да. При освещении. Может, фильтр какой поставить? Или наоборот? Ну, походу, вебка накрывается. Не знаю, может, даже смысла использовать ее нет. А, больше и больше шипит. Хуй знает. Ладно, удалить ее. Это либо винду долго не перезагружался, 100 лет уже. Либо она падала много раз. Она очень много раз падала, реально. Ой, ой, пизда нахуй. О-о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 . Да, походу она въебалась как-то жестко. Не, такой картинки быть не должно. Это точно. Ну, недельку работает, но там ничего страшного, как бы. Работает и работает, дальше-то что? Я думаю, здесь какой-то провод обоссанный отошел, он сейчас, блядь. Я что-то подергал тут. В этой вебке там что-то отошло, наверное. Вот сейчас, да, она... Хотя нет, не из-за фокуса, я думаю. Там, наоборот, даже если будет фокус, то больше пикселей станет. Или наоборот лучше будет. Наоборот лучше будет, да. Надо было немножко подкрутить вот этот фокус, расстояние. Ну, а 1080 она лагает, да? Вот так она поменьше будет лагать, сучка. Опа. Сейчас, наверное, наоборот больше будет лагать. Не докрутил, сейчас перекрутил. Да, такое ощущение, что так получше. Ну да, и видюху какую-нибудь. На стрим не видно, но это не важно. Самое главное, чтобы у меня было. На стрим я подкрутить могу. Через OBS. Самое главное, чтобы у меня было накручено. Так. Ну-ка. Надо улучшать. Блять, ставлю вот 800 на 600. О, fuck you. Короче, что-то с фокусом связанное вот здесь. Вот эти пиксели, они с фокусом связаны. Я вижу, они
У меня башка в пикселях вся прям. Расстояние, вот это пиксели, пиксели, вот какие-то, бля. А если я буду так сидеть, там вообще пиксели пиздец будут. Ну, так я просто более размыленным стал. А пиксели никуда не пропали. Короче, я не знаю. Ну, это понятно, что это говно, но оно что-то говно разошлось. У, сука, разошлось, что-то разошлось. Что я тут могу сказать? Попробую запустить. По-моему, с этого ярлыка надо. Игрушку пропатчил, нормально должна работать. Почем хорошо. А, я демку еще не выключил. Ага, и хуй там плавал, блядь, я как... Не, ну что-то получше стал видеть. Немного. И как мне надо ее выкручивать? Походу опять экран наебнется. Ой, пиздец. Не наебнулся? Серьезно? Нихуя себе. Ну как так? У меня вебка наебнулась, а экран не наебнулся. Как получается-то? Что делать? Я прям вообще вкрутил. Че экран, экран? Что с ним не так? А, если ты имеешь в виду, что там не видно экрана, ну придется опять программу юзать, которую запускает игру в окне. Или, может быть, даже не понадобится. Сейчас. Я, наверное, прям вкручу так. Достаточно сильно. Не знаю, может на 50 тут вот так хотя бы что-то будет видно. Так, устройство. Захват экрана, фильтры. Добавить. Гамма. Вот так. Яркость вот так. Очень светло будет. Очень прям. Ну, это зато осветлить вот эту игру. Которая... В которой вообще ничего не видно, потому что там яркость не регулируется. Надо попробовать. Так. Я даже наоборот слишком сильно пересветлил. Ну ладно, если игра хорошая, если она запустится, все будет нормально. Так. Не работает. А у меня нихуя в винде. Чё? У меня в винде нихуя не меняется. Да я понял. Я яркость на максимум поставил, а у меня яркость такая же, которая и до этого была. Короче, не работает яркость Windows, не работает она. Ну не работает она, ёбаный в рот. Ну не знаю я, блядь, что с этой яркостью делать. Не, у нее своя яркость, она вообще не меняется никак. Ну, просто игра очень старая и ёбищная. Поэтому тут нихуя яркости нет, я не вижу ничего. Сейчас, а, сори, не сдалось. Ну а что я тут сделаю? Ну не работает она.
Как ее делать? В окне она не запускается, на кнопки не реагирует. Ну что я могу сказать? Элитный стрим, на котором было два человека, это охуительное достижение. Вот. Тестовый стрим оказался супер провальным. И на этом канале, походу, больше нихуя не будет. Вот, поэтому, если тот канал, ну, мне придется его, короче, передать. Так и так. Короче, моя стримерская карьера, она заканчивается. Потому что я вернулся в 2015 год. Или в 2015, или в 2016 год. Но в 2015 и 2016 году у меня было все впереди. А сейчас у меня полная жопа, блядь. Потому что в 2014, там, 2015 году все было по кайфу. Ну, тебе по кайфу, а мне было тогда по кайфу. Сейчас, получается, я вернулся в 2014-2015 год, но у меня было будущее, и у меня было все по кайфу. А сейчас у меня будущего нет, и все по пизде. Вот, I'm sorry. Не все так вот негативно, конечно. Но мне придется с вами распрощаться с тем, кто есть. Вот, так что я пойду в подушку поплачу просто. Так что, покеда, спасибо за внимание. Когда-нибудь, как говорится, когда-нибудь.